Вообще программа Google Fest этого года будет очень сильно отличаться, по крайней мере, от двух прошлых лет. Мы полностью отказались от живописи, от графики, сконцентрировались на мультимедийных проектах и на contemporary art. Многие ругаются, что был слишком жесткий, там, жестокий отбор проектов. Именно костяка основного визуальной программы будет немного, но они все будут очень качественные, завязанные на одной очень красивой, интересной концепции. В общем, будет интересно. Единственное, что нужно будет попотеть, потому что визуальная программа будет на галереях второго этажа, поэтому нужно будет подняться по лестнице. У нас украинские, финские, русские участники. Также с нами в этом году работает изоляция. Они привезли проект Марселя Тюрковски и Лис Флоренти. Еще из таких сливок, это у нас проект, который никогда раньше не выставлялся, это библиотека артбуков, то есть книг, сделанных вручную художниками. У нас будет фотолаборатория, где можно будет попробовать самому сделать мокрую печать. С нами сотрудничают писатели Жадан, Бабкина, Катя, Издри, которые, пообщавшись с художниками, узнав концепцию, пишут тексты. В общем, будет, в принципе, очень много всего, но все будет прошедшее достаточно жесткий отбор. Интересно, качественно, красиво. Но я думаю, надо просто прийти и посмотреть. Я думаю, что в любое время искусство — это тот инструмент, который заставляет людей думать, анализировать. И это нужно как в то время, когда идет война, так и в мирное время, чтобы этой войны не было.